Привет-привет, ребята! С вами Лиза, и мы на канале Чума ТВ. Сегодня мы будем говорить про Пасху. Мы будем разбивать яйца друг от друга. Чье яйцо осталось целое, тот и победил. А у кого разбито, тот и проиграл. Вообще-то самое главное надо говорить. Христос воскрес, а отвечать надо «Воистину воскрес». В России это самый светлый праздник, с которым наконец-то приходит весна.